джин, насрал в кувшин. Ну что ж, ребята, всем привет! С вами снова я, Эндер, и да, это снова Just Shapes and Beats. Серия вам-то очень зашла, и я решил продолжить. По вашим подсказкам я убавил звук на минималку, даже вам покажу, вот. Чтобы меня было прекрасно слышно. Чуть-чуть улучшил качество. Подождите, нажму Escape. Закрыть. И сегодня продолжаем сюжет. Давайте тыкаем продолжить. Сюжет и режим. Поехали. Ну вот, мы продолжаем. На этом моменте мы остановились в прошлой серии. Вот. Вот, бас, это будет босс файт с ним. Давайте начинать. Не будем медлить. Тыкаем на Enter же. Так, вспомню я, как управляется. Ну, вроде... Да, вот, пробел, все. New game. Угу. Так, так, так. Летят эти мелкие частицы, главное под них не попасть. Не гарантирую, что мы пройдем с первого раза, но и не гарантирую, что... А! Что про... Ну, и гарантирую, что мы пройдем еще с первого раза. Я просто не знаю, сам будет ли сложно, да, вот так. Ага, пока все легко. Так, опа. Он вбивает землю. Опа, она розовеет. И какие-то кубики появляются. А, как? Как, поди? Он строит какую-то башню. Так, он это спамит, пробил. Да, блин. Пробил, спамим. Так, ну. А, да блин, как было пройти через это? Так, он кушает. Зачем ты кушаешь? Не надо кушать! Не кушай! Зачем мне ударил? Не кушай! Нельзя кушать! Так, что делать, что делать? Он пляшет. А. О, присядочка. Это... А, что делать? Сюда? О, угадал. Так, присядочка, это вертушка. Так, он скушал какую-то штучку. Ни одна жизнь осталась. Так, он стреляет. Он, походу, кушает вот эти треугольнички и становится сильнее. Может, как-то можно отобрать у него, и он ослабеет. Орбиты, он что, типа солнце, это планета, что ли? Так, осторожно. Сюда. Мы на одной жизни держимся. Так, все вроде. Уровень кончился, а что он делает? Блин, он... Что, все проиграли? Что он делает? Он нами выстрелил? Чё? Сломался удар того, не печатает, у него стрелялись на следующем чекпоинте. Я даже испытания. Чё происходит? Мы куда-то прилетели? Наш друг уплывает. Поехали за ним. Ты, вы чё, типа... Все, а что делать? О, там этот, что это такое? А, типа не здесь сюда? Опа. Мы куда залетели? Рисунок войны или война рисунков? Что? Какие-то капельки. Так. Ага. Какие-то большие кубики падают. Осторожно. Они двигаются. Так. Так, какая-то штука. Ага. О! Прикольно, удочка спокойная. Расслабляет. Так, наверное, вот так надо сделать.
Ага. Спокойная, нормальная музыка. Странно, почему нас не задело. Да, Дима, только сказал, что меня нас не задело и... Опа. Что это такое? Так, посерединке теперь. Ага. Так, сюда отходим. Так, скоро тебе. Главное дожить до чекпоинта. У нас там, блин, чуть-чуть осталось. Где чекпоинт? А вот чекпоинт. Быстрее, быстрее, быстрее. Какие-то здесь... что это? Так, а посерединке? Ага, ага. Давайте вот сюда лучше. Я думаю, здесь будет удобнее с левого края. Так, да так. О. Ну, музыка мне, кстати, понравилась. Прикольно. Такая расслабляющая. Ну, блин. Он сложный, тоже левел. Так, а что теперь делать? Типа, сюда? Главное не умереть, потому что у меня осталась маленькая жизнь. Мне еще один стук, наверное, и все. Так, вот так. Вот так. Была бы у меня вебка, я бы показал, как я двигаюсь по движению прикольно. О, все. Все. Это все? Ну, ясно. Ну, мне левел понравился. Прикольненький. Давайте в треугольничек и... Угу. Громкая музыка, может, не обратим, пройдите вслух. Играй, помни об этом. Спасибо. И что теперь делать? Что он делает? О, мустик. Так. Опа! Получается, мне надо попасть под эти. А здесь я попаду. Что будет? А, меня просто откинет, типа не убьет. Хорошо. Ага, двигайся по мостику. Так, ага, это какие-то штуки, детали, наверное. Так, Теминатион Шок, Севкон, Каскейд. Ну, давайте начнем с первого, который ближе первому, ну, к правому краю, давайте. Так, Теминатион Шок, Шок термитов. Ага. Пока легко. То есть я просто стою, ничего не делаю. Ну, здесь этот... По-любому сейчас они ритм дадут. Так, ага. Вот так. Вот так. Блин, да, вот дотакался. Так, а это что за кубики? Что это за полоски? А, здесь тоже полоски. Прикольный бит. Только полоски какие-то эти страшные. Они двигаются. О, теперь эти, блин. Блин, что так сложно? Помогите. 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 Все? Тю. Ти. Тю. Ну, бит тут прикольный. Угу, значит, надо от этих уворачиваться, да? Так. Ага. 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 Я так могу бесконечно рассказать. Так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Вот тут вот так! А теперь что? А, вот сюда, вот сюда. Сюда, сюда. Блин, задело. Главное до чекпоинта выжить! Чекпоинт! Все. Так, так! Блин! Мы на чекпоинте умерли, так что все нормально. Так, так. А тебе что? Это что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что так страшно? Так, давайте вот, вот сюда, вот так. Вот так. Я понял, вот так, типа, делать, и будет легко. Вот теперь вот сюда надо, наверное. Так, вот так. Вот так. Меня просто волной снесло. Блин, одна жизнь осталась. Я прочитал, кстати, типа меня вот два раза уничтожают, на третий раз все, это конец. Это был уже второй раз.
просто спамлю. Давайте вот так делать. Во, получается. Ага. Чекпоинт! Все. А, все, как и было из первой. Первый этот начальник, что было. Фух! Мы дожили! Я думаю, это вообще невозможно. Так, а теперь последнюю часть надо выжить точно. Так, так, вот так. Мы будем вот так делать и выживем, надеюсь. Что-то высоко. А? Все? 10, 11, 18! Мы проиграли. И все. Что делать? Escape. Enter. Еще раз. Ой, извините. Я понял. Понял. Но для вас сейчас будет перемотка на тот момент, где мы последний раз умерли. Вот, так что, все. Встретимся там. По какой-то штуке! Когда конец? Когда конец? Пожалуйста, конец, конец, конец. Конец, конец, конец. Где ж конец? Где ж конец? Где конец? Наконец-то! Так. Первую деталь мы раскрыли. Начинаем вторую. Если вы услышите какие-то шумы, не беспокойтесь, я окно открыл, просто тут душно. Вот. Севка. Ага. Ну, похож на тот уровень. На Art of War. Вот. Пока он идет. Один здесь чекпоинт, что очень страшно. Так, какие-то полоски, как были с босс-файтом. Так, ну, пока легко. Ну, нельзя хвалить. Так. Вот так и знал, что меня сейчас заденет. Вот так и знал. Да, быстрее. И чекпоинт. Ух, ё-моё. Чего себе. Убит прикольный. Так, и что делать? Что это за планета? Так, это так. Так, пробельчиком. Вот. Фух. Все. Ой-ой-ой. Не трогай меня. Так, пока ничего не трогаю. Ой, ё-моё, чё так жестко? Там же чекпоинт. Блин. Ё-моё, я же только прошел эту часть. Ну ладно, ошибки, нужно отвечать за свои ошибки. А ты, блин, не двигайся, тупая. Не знаю, как тебе назвать. Штука. Буду называть штукой. Своими, блин, крыльями тут машин, блин, нафиг. Так, там сейчас будет штука. Биби какая. Мы вот здесь станем, она нас не тронет. Кого мне как задело? Бомбит. Это я не для себя сольюсь. Опять я бомбану. И тогда придется снимать уже, как я сломал свой ноутбук. Так.
вырезать. Я не знаю, сколько там уже серий, блин, снимаю, но вырезать придется много. Так, сюда вот потихонечку. Нас не заденет, мы не лезем на рожон. Мы не лезем на рожон. О, мы выжили ту штуку. Если мы сюда встанем, нас не убьет же, да? Так. Концовка. Ну это вообще было жестко. Так, быстрее. Треугольничек, спаси меня. Мы прошли. Серьезно, фитнес-дэн, лично мы любим пятигон, только не говоря об этом другим фигурам. Ясно. Так, вторую деталь мы открыли, и давайте третью. Каскейд какой-то от Куби. Так, какие-то линии, какие-то капельки треугольные, какие-то змейки, я не знаю, как их еще назвать. Музыка такая уже радостная. Какие-то тоже здесь змейки ползут. Опа! Хе-хе, не коснулась. Видите, они по кругу тут завитаются. Хо-хо-хо. Будем назвать их линиями. Так. Ту-дуц. Пока легко. Это пока. Здесь очень много чекпоинта. Это значит, что это очень сложно. Потому что, ну, всегда, где есть много чекпоинтов, значит, сложно. Ну, на том терминате он шок. Я слился около раз, и там было тоже много чекпоинтов. Будем брать по тому примеру. А, блин, выжить тут мне не смогу. Так. Пока и легко. Обычно вот такое начинается, потом начинается жесть. Ну. Ё-моё. Ё-моё, что происходит? Это что такое? Но музон прикольный, мне нравится. Опять. Не буду говорить, что музон не нравится. Ё-моё. Чекпоинт, да, главное дожить до чекпоинта. Что так жестко? Я не выжил. Так, ага. Эти змейки, походу, они работают заодно. Все ясно. Змейки-то зло. Ё-моё! Угол, помоги, пожалуйста, пусть меня не трогают. Тут какая-то жесть происходит. Из центра просто так. Все. Мы прошли. Офигеть. Не знаю, что это происходило, но уровни уже на таком уровне жесткие. Вообще. Так. И третья деталь. И что дальше? Enter. О! Что происходит? Ё-моё, вот это биты. Надо покупать, потому что сейчас тут просто я не знаю. Я себе это не знаю. Так. Ё-моё. Хорошо, что мы не умираем здесь, потому что это было невозможно. Ё-моё, нифига себе. Зачем я попу свою? Да ты... нечестно. Дайте проеду, подожди. Опа! Да вы... Аня, меня сами потолкнули. Нифига себе. Так, опа, что-то происходит.
вулкан. Ой, это чебурек, который мы сражались в начале видео. Что происходит? Он заразил своей штукой. Ё-моё. О, у них какое-то лицо странное. Так. Нас подкинули, и тут начинается какая-то пещера. Ага, это уже босс-файт. Ясно. Ну, на этом мы будем заканчивать. С вами снова я был Эндер. Все подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Жмякайте на колокольчик. Так что, всем до встречи. Всем пока. Yes.